Фундачок. Где твои папы все, а? Так. Вот он такой четр химеровский. Так, пробуем тестировать вот такую химеру четр. Только что поймали щуку. Еще поразительно, 7-сантиметровый воблер. Не знаю, сколько он точно весит, но палка кидаю 12,45. Плетеный шнур джиговый. Ничего ультралайтового не взял, поэтому ловлю на спиннинг для тяжелого джига. Приманка летит просто превосходно. Пойдем щучку погоняем. Начнем с этих кустиков. Сейчас мы аккуратненько пролезем. В тапочках мы. Место вроде неплохое. Попробуем потихоньку сейчас. Ух ты, выход щучки был. Вон. Два раза пыталась атаковать. Четр. Настырная щука. Вон она. Так и щуки.
Четр творит чудеса. Время 12 часов дня. Но облерок смог привлечь щучку. Обалдеть. Маленький, но судачок. Вот такой. Четр. Нет, судачок. Это где? Когда быстро его начинаешь подергивать, то получается хуже. Так. Змею тут нету. Ой-ой, как здесь топка. Придется вылазить отсюда. Берега рушатся. Не куякнуться здесь бы. Из-под каждого куста практически по одной, по две щуки. Аккуратно подергиваем. Не оторвать мой любимый четр. Нету щуки. Нету. Ах ты, атаковала. Была атака. Высоко стою, меня видно здесь. Блин, а ниже не спустишься. Сейчас вот этот кустик попробую обвести. Опа. Так, здесь что-то кисляк. Так. Ух ты. Сюда не пройду. Место шикарное. Как сюда подойти? Так, вот интересно, если я ее здесь возьму все-таки. Как я ее подниму? А туда спущусь и не... Там провалюсь. Так, нет, эксперименты я здесь не буду ставить. Пойду дальше. Эх. Аккуратнее. Когда далеко кидаю, практически ничего там, все у берега. Хм.
Нет, здесь нет ее. Сейчас как кобра выскочит. Так, сюда попробую. Так, потише. Вон она. Змеюка. Мурашки по коже. Попробую оттуда достать. Попробую углерок стравить. Правда, суспендер. Не получится, течения нету. Анаконда-то уползла. Уже вторая, это уж. Где-то уж лягушку ест. Сейчас пойдем посмотрим. В кустах там где-то. А, вот. Вот и уж. Тащим. Вот он ее за лапу держит. Какое силище. Ладно, не будем тебе мешать. Ешь. Аж мурашки по коже. Классный углерок. Четверть 70 СП химера. Эх, потоньше бы плетеночку. И спиннинг полегче бы. Вот такой четвер.
Ух ты, выход щучки был. Вон она.